Амичи инсценировали аварии, чтобы получить деньги от страховых компаний. На 9 подставных ДТП мошенники заработали 1 200 000 рублей. Ставили машину так, чтобы потом фотографировать, и не было видно места столкновения. То есть повреждений не было видно. В фиктивных столкновениях участвовали практически одни и те же автомобили, поэтому, заподозрив неладное, страховые компании обратились к полицейским, те и раскрыли аферу. Трое мечей использовали свои машины, на них уже были повреждения. За вознаграждение в обмане страховщиков участвовали и другие водители. Они предоставляли свои автомобили. Для инсценировки ДТП выбирали безлюдные места, чтобы не было свидетелей. В некоторых случаях один из подозреваемых даже выступил в роли аварийного комиссара. В отношении предприимчивых амичей возбуждено уголовное дело, фигурантом которого грозит до 6 лет колонии.